Всем привет! Сегодня будем делать одно интересное приспособление из обычной линейки и 18-мм фанеры. Я пока начну, а вам приятного просмотра. Погнали! Самоделка готова, теперь давайте посмотрим ее применение. Очень даже рабочая штука, даже не знаю, как раньше без нее жил. Хотите больше самоделок? Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Пока!